сотни гвоздей к памятникам солдат и мемориалам воинской славы. 23 февраля Химкинское отделение партии «Единая Россия» присоединилось к всероссийской акции «Защитим память героев». Вместе с жителями города партийцы возложили цветы и почтили память героев, а также поблагодарили за верность родине действующих военнослужащих. Вспомнить добрым словом тех людей, кто отдал жизнь, защищая родину. Ну и о тем, кто до сих пор служит и защищает границы нашей Родины за территорией России. Мы всегда им благодарны будем и всегда добрым словом их вспомним. От общественной палаты, от женского населения городского округа Химки поздравляю всех мужчин, всех защитников Отечества и женщин-защитников Отечества, врачей. С этим прекрасным праздником. Давайте хранить нашу историю и чтить память героев. Цель всероссийской акции «Защитим память героев» – призвать жителей страны не забывать подвиг народа России, брать пример с тех людей, кто считает своим долгом защищать свою страну.